конкурс. Дети читают стихи на лабиринт.ру. Баранов Дмитрий, 8 лет, 4 Кашир. Лариса Хаден, не везет. Отчего-то мне весь год не везет, не везет. Не везет мне на футболе. Как ударить? Вместе два. Дома не везет. А в школе? В школе шутки делают. Хоть на той контрольной скажут. Я вполне четверки ждал. Петька, с ним контакт налажен. Мне шпаргалку передал. Ну, как будто все в порядке. Возвращают нам тетрадки. Мы глядим, и что же мне? У них четверка на двоих. Петька смотрит виновато. Я не бил его, ребята. Он же это не назло. Просто мне не повезло. Уж такой я не везунчик. Не задачливый такой. Взять, к примеру, этот случай. Я на все махнув рукой, взял уроки, сделал честно. Сделал, не жалея сил. Ну и что ж, бесполезно. Так кто не спросил? А обычно дня и нет, чтоб не вызвали меня. Хоть под парту лезть и тут. Обязательно найдут. Никакого мне спасения от такого невезения. И всего обиднее, что не сочувствует никто. Рано утром было это. Сел в трамвайке на ходу. Я решил не брать билета. Скоро, думаю, сойду. Но откуда в эту пору было взяться контролёру? Он остановил вагон, и меня выводят вон. Я сказал, понятно сразу, не везет как по заказу. А кругом как захохочет, верно говорит народ. Раз трамвай вести не хочет, тут уж ясно, не везет.